Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаю я обозревать турнир, но на этот раз матч будет с моим участием, поэтому я решил сделать Let's Play. Окей, сделаем качество чуть поменьше на случай, если возникнут какие-то лаги. И начнем. Ну, что такое? Так, один вылетел почему-то уже. Посмотрим, что выбрали. Броды. Ну ладно, пусть будет. Окей, играю я против кота. Будет такая эпичная битва кошаков. Будем сейчас выяснять, у кого длиннее хвост, у кого острее когти, ну и так далее. Да, кто умеет лучше мурчать. Мглистые горы выбирает кот. Что там такое? Странно. Окей. Так. Да, пусть будет. Так, сделаем себе желтый цвет. Мглистые горы. Что же взять против гоблинов? Ну, как мне советовали, нужно брать Изенгард. Значит, пусть будет Изенгард. Эй, чего выбирайся, давай. Так, ну, в принципе, тут уже нечего придумывать. Возьми наблюдателя. Забыл реактив немножко. Что мы играем один на один. Да, вот так вот. Другое дело. Теперь можно приступать. Эх. Мглистые горы. Окей. Тогда, наверное, надо будет в начале матча. Я попался внизу. О, удобно. Ну, конечно же, будем делать скаутов. И будем бежать направо. Забирать тролля и забирать таверну. Так как будет мне очень неудобно, если кот заберет таверну себе и начнет штамповать сотни рабов. Бесит они меня. Очень неплохо по сравнению с остальной пехотой. Гоблинов не уничтожает здание, так что нужно предотвратить эту хрень. И, ну, да и кроме того, мне кажется, слишком мало ресурсов с логов варгов в данной ситуации. А вот с тролля и вот с этой вот заварушки дикарей можно заполучить дофигище. Баф на урон, либо птички. Чтобы такое выбрать. Возможно, стоит все-таки взять птичек. Так как войска гоблинов довольно-таки слабые и единственные, для чего мне может понадобиться баф на урон, помимо, ну, быстрой зачистки логов, конечно же. Это, ну, возможно, для убиения горкила. Но горкил появится еще не скоро, по крайней мере, я надеюсь, что не будет рашить до этого героя кот. А будет стараться что-то захватывать. Таким образом, возможно, все-таки лучше птички. Гоблины и так слабые. А птички сделают их вообще беспомощными по сравнению с моими скаутами. Так, 4 горна. И, возможно, стоит немножко подождать, не строить больше ничего и сделать еще один отряд скаутов. А, возможно, и не стоит. Так, пусть нападают. Нет, все-таки построю еще на всякий случай. Да, окей, пусть будут птички. Тогда я скипну рубку деревьев и сразу же возьму я призыв дикарей, если удача мне улыбнется и у меня будет достаточно очков, чтобы выучить это заклинание, этот спелл. Можно будет как-то подкрысить кота.
если повезет. Так, зачем мне еще один отряд разведчиков, скаутов? Попробую я напасть еще на где-то на это логово, то есть на эту шайку дикарей, и постараюсь вот так вот пройти потихонечку по этой стороне, зачистить все, что здесь есть. Пусть кот думает, что у меня какая-то коварная тактика, он увидит, что это логово с варгами я не трогал. И, ну, я не знаю, решит, возможно, что я готовлю какие-то тяжелые войска и будет действовать соответственно этому. Так, пока не буду я забирать таверну. Бесплатные орки мне пока что не нужны, так как у меня нет на них достаточного количества предела населения. Так, вы бегите сюда. Вы сюда. Ой-ой. Так, за этими идиотами нужно следить. Иначе они могут подойти довольно близко к дикарям, которые, конечно же, их разберут на молекулы с легкостью. Ну, пока что все хорошо. Забираем денежки с логов. И что в принципе, в будущем позволит мне построить Лурца. Так. Я думаю, можно немножко понаглеть. И если гоблины еще не забрали это логово, то забрать его себе. Раз уж все идет так хорошо, никто на меня не нападает. Так почему бы и нет? Давайте посмотрим, что делается здесь. Здесь у нас все зачищено. Посмотрим тогда дальше на тролля. Здесь есть туннельчик. Можно будет его подкрысить немножко. Так, наверное, нужно уже построить предел населения, иначе это рискованно будет. Не успел, да. Нет, нет, пусть будет одна. Один горн, то есть. Так, забрал деньги. И тут успел забрать. Тролль есть. Значит, гоблины зачищают вот эту вот территорию. Заберем логово себе. Так, Лурц сейчас будет готов. Вернее, деньги на Лурца. Ух ты, довольно много лучников. Довольно много лучников. Значит, может быть, стоит все-таки построить сейчас варгов. О, черт. Нет, нужно сваливать. Не стоит этого делать так. Расслабился я. Нет, возьмем все-таки Лурца, но его нафиг. Нужно его прокачивать как-то. А, ну и хватит денег, поставим еще тогда варгов. Да, дела здесь идут не очень хорошо. На левом фланге как-то медленно зачищают они этих варгов. Стоило бы уже забрать тролля. Ох, блин. Нет, нужно отступать, нужно отступать. Заберем. Вот это вот заберем. Еще один отряд. Есть лурдс. Окей, идем сюда. Будем надеяться, что отступят сейчас гоблины. Так, а это нужно уничтожать, пока они не распнулись. Отступят гоблины, я надеюсь. И, ну, чтобы забрать ресурсы с этого логова себе. В это время я успею захватить таверну. На случай, если он будет пушить по той стороне. Так, еще денежки, неплохо. Ну, давай. Табак или что? Да, это был баг. Отображение. Отлично. Зачистили. Еще один отряд туда пусть идет. Можно
можно сделать, но, наверное, не стоит делать этот апгрейд. Варгов пока что строить я не буду. Нужно еще одну цитадель для предела. А здесь пусть пока что штампуются бесплатные орки. Так, этих дикарей я оставлю на десерт. Нужно забрать все-таки тролля и получить возможность захватить сигнальный огонь и, собственно, быстрее юзать свои спелы. А нет, сделаем орков в пассивный режим, пусть и живут дольше. Кстати, сколько у них здоровья, я даже не помню уже. 150 здоровья, то есть они, по сути, на голову выше, чем на войска гоблинов. По крайней мере, начальные. Так, здесь уже ничего не нужно. Можно строить варгов, денег хватает. Денег очень много. Позволил мне код, по сути, практически всю карту зачистить в плане логов. Ух ты, класс! Возможно, я успею подкрестить его рабочего сейчас. Да, не успевает он его забрать. А он бежал делать туннель. Не добежал. Так, ну раз такое дело, тогда штампуем еще больше бесплатных. Пусть пока что не атакуют. Ладно, пусть атакуют. Спровоцируем, возможно, войска гоблинов. Не хватит. Хватит. Так, подойдем чуть ближе. И с другой стороны. Так, отлично. О, здесь дела идут тоже неплохо. Немножко времени я потерял, к сожалению. Но пока что все хорошо. Окей, вы сюда тоже. Вау, сделал он Больга, нифига себе. Это странно. Так, есть Шарку, есть два отряда варгов. Подождем, пока они подбегут друг к другу. Выиграл я немножко времени, но они уже второго уровня. Ё-моё. Это нехорошо. Нужно отступать, иначе мой лурц откинет копыта. Так, это было уничтожено. Окей, найс. Так, а варгами мы будем давить гоблинов, лучников в данной ситуации. Так, еще... А вот он Больг. Да блин, что ж я не могу на него напасть нормально. Возможно, даже успеет лурц выстрелить ему в спину. Так, вы тоже добегайте. Нет, все-таки варги должны его загрызть. Или он... Я даже не знаю. Нет, вроде не успел. Прокачали уровень. Прокачал уровень Шарку, то есть. Значит, не успел. Окей, 12 очков у меня есть. У меня есть дофигища ресурсов. Значит, будем делать обычный мой билд, который основан, собственно, на дикарях. Для начала построим две этих хижины. Окей, надо еще варгов. А нет, не надо варгов. Черт возьми, много, много у него войск. Нужно отступать. Да захватывайте, ё-моё. Так, окей. Да, пауки, это плохо. Это очень плохо. Я хотел подкрысить его войска этим призывом где-то здесь на левом фланге, но мне кажется, это мне не удастся. Возможно, все-таки... А, построим еще Гришнака. Ой-ой, ой-ой-ой-ой. Убегай, убегай, убегай. Так, врубим берсерка, он мне даст брони. Много брони. Да, лурц потерян, к сожалению. Да, еще он вызвал еще паучков. Много паучков, ну и пусть убивает все, что там есть. Плевать.
Так, я не понял, почему не строится вторая хижина. Деньги у меня есть, так что Лурца мы отстроим. Есть Гришнак, окей, круто. Шарку. У Шарку проблемы, скажем так. Почему они убегают? И что здесь вообще происходит? Так, вы будете уничтожать этот туннель. А призыв будет уничтожать этот туннель. Как бы будет немножко наглее. Да ну давай, давай. Здесь мы призовем птичек, чтобы ослабить этих полутроллей. Как их там? Ох, блин, Шарку тоже потерян. Вау, появился гробок. Так, нужно срочно отстраивать что-либо. Так, здесь есть. Все хорошо. Предела хватает. Все супер. Нет, заберем скаутов. Да, вот здесь у меня дела идут не так хорошо, как хотелось бы. Нужно скаутов убирать. Да, и Гришна, как между прочим, тоже не помешало бы убрать, иначе я его сейчас потеряю. Скаутов я не могу почему-то обновить. Значит, они все покоцанные просто остаются. Дела плохи, дела плохи. Очень много урона наносят эти полутролли. Сделаем пару выстрелов им в морду. Надеюсь, они все-таки за Гришнаком бегут, а не за скаутами. Черт, не что, с броней что ли? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Убегать, убегать, убегать. Так. Шарку есть. Ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай. Блин. Уничтожил или нет? Да, уничтожил, но не успею забрать этот отряд скаутов. Это плохо, да. Значит, придется брать все-таки рубку деревьев. Так как по деньгам сейчас проблемы. Если придется делать то, что я задумал. Один отряд потерян. Значит, два отряда было потеряно. Окей, это плохо. Весьма плохо. Удалось мне отбить передовой отряд этих мечников. Кстати, скауты неплохо прокачались. Где Шарку? А, ну вот остальные варги умерли. Это нехорошо. Можно сделать еще одну интересную фичу. Но надо сначала убрать этот его туннель, чтобы он не пропалил. Блин, рабочий успел сбежать наверняка. Блин, он как будто читает мои мысли. Так, нужно забирать таверну, иначе сейчас будет куча рабов. Этих войск пока что недостаточно. Так. Идем сюда. А где второй? И второй есть. О, супер. Так, сделаем. Нет, не сделаем. Предела не хватает. Возвратимся на базу. Где-то у меня здесь. А, добивает. О, норм. Вау. Плохо, 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 плохо. Поставим заставу варгов. И еще одну поставим. Так, где же вы? Поставим птичек сюда и нападем основными войсками. Еще два отряда скаутов появилось. Так, ну, в принципе, можно сделать здесь цитадель на случай, если надо будет поставить еще какие-то вышки. Еще одну заставу поставим на случай. Да, случай, кстати, уже появился. Они слишком быстро ее уничтожают. Так, Гришнак получил левел. Палим Горкил.
Нужно его сильно подосрать. Где Лурдс? Ну же, стреляй, стреляй, чувак. Надеюсь, успеет. Да, успел. Это хорошо. О, неплохо, неплохо. Помогли мне эти заставы с варгами. Уничтожил он цитадель, к сожалению, но ничего. Денег у меня достаточно. Есть призыв дикарей, так что нужно сейчас нападать по-любому и уничтожать его ресурсные здания, так как это единственное, что сейчас может мне помочь, ну, собственно, в этой игре, так как выиграть я сейчас, конечно же, не могу. Нечем. А вот подпортить экономику — это самое то. Так, будем уничтожать туннели здесь, пока он не может их защитить. Наверняка сейчас отстраивает свои войска. Новые подкрепления делает. А мы пока... Ой, блин. Сейчас кто-то из моих героев расстанется с жизнью. Ну что ж, много денег я, кстати, у него натырил. Тролли появились. Блин, это нехорошо. Это нехорошо. Так, значит, нужно... Лурдс. А, уничтожили пауков. Ништяк. Интересно, перекроют ли птички этот баф дурацкий. Вроде действует, но перекрывают ли, я не знаю. Класс, смотрите. Мало того, что у меня куча ресурсов, так еще и аура Гришнака позволяет наворовать еще больше. Так, сейчас мне надо поймать Больга, чтобы он перестал апгрейдить эти казармы до третьего уровня. Черт возьми, я потерял Гришнака, нужно его отстроить. Надеюсь, это будет не слишком долго. Так, рабочий. Вот. Вот что я хотел сделать. Построим здесь заставы с варгами. Ну же. Блин, вот слишком много троллей. Так, нужно сколько? Нужно 15 очков. Ух ты, появилось. Нифига себе, сколько мне дает очков. Какой-то баг, наверное, с троллем. Так, призываем их сразу, иначе все мои войска будут уничтожены. Где мой... Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Спасайся, кто может. Блин, Больг цел. Почему он цел? Я же вроде бы нападал на него. Так, подкрысим еще что-то. Вот сейчас ситуация складывается в мою пользу. Если какой-то тролль появится из этих зданий, то я сразу же смогу его уничтожить. Так, нужно подвести подкрепление. Пока что, как видите, я не улучшаю своих дикарей. Экономлю деньги, как только буду... выносите это. Как только буду атаковать какие-то важные здания, возможно. Или когда почувствую, что ситуация полностью под моим контролем, тогда, возможно, сделаю эти апгрейды. Вот. А теперь можно подкрысить Больга. Очень неправильно сейчас делает кот. Как видите, нападает одним героем. Это ошибка. И сейчас с помощью всей толпы я могу его с легкостью уничтожить. По сути, отдает мне своего героя. И плюс еще 560 копеек. Вот это мне нравится. Так, еще деньги. Ну, теперь уж можно точно улучшать дикарей. Денег навалом. Можно было бы, кстати, построить еще Алатара. Только что я на него смотрел, когда воскрешал Гришнака. Но мне кажется, это уже не нужно. В принципе, уже можно побеждать. Можно выносить какие-то ресурсные здания. Мне кажется, сейчас очень трудно будет коту как-то восстановиться после такой атаки. Что творится? Блин, убегай.
Пятый уровень мне, кстати, надо, чтобы поставить вышку Мордора. Блин, сейчас он будет уничтожен. Это нехорошо. Так. Будем выносить лишь боевые здания. Эти пусть себе по капельке уничтожают туннели. Это, в принципе, уже не нужно, я считаю. Топорометателей сейчас довольно много. О, вот еще пришли подкрепление. Пришло новое подкрепление. И поставим точку сбора сюда. Так, сделаем апгрейд. Ну и все, что у него остается? У него остается три казармы. Нифига себе. Что ж он так много казарм построил, а не строил, собственно, мясо? Я не понимаю. Седьмой уровень Лурца. А значит, это броня, это урон. Всем войскам, кстати, не только скаутам и Урукхаем. Таким образом, дикари еще больше урона зданиям наносят. Смотрите, в считанные секунды казарма третьего уровня. Я понял, в чем был замысел кота с помощью Больга наштамповать кучу зданий третьего уровня и очень быстро делать войска. Но мне кажется, надо было делать... Да что ж такое? Надо было делать побольше лучников в данной ситуации. Ну, где вы там? Ой-ой-ой, прокачал магию. Интересно. В принципе, в данной ситуации я ничего не могу выучить в свою очередь, так как все магии, которые мне сейчас доступны, за то количество очков, которые у меня есть, они, по сути, бесполезны для меня в данной ситуации. Так что будем пользоваться тем, что у нас есть. А есть у нас куча дикарей. Ну да, ну в принципе все. Если нигде не заныкал какие-то боевые здания, то это можно считать уже концом игры. Сделал апгрейд брони, но дикари бросают факелы, они атакуют в ближнем бою. Так что им этот апгрейд до самой задницы. Просто немножко замедляет их продвижение. 5000 у меня еще на кармане. Очень много ресурсов я получаю с помощью экономики, с помощью воровства дикарей, с помощью гришнака и так далее. Кстати, прокачал он уровень. Давайте еще, чтобы еще быстрее добить эту крепость, поставим здесь вышку. Почему-то она не ставится. Да что ж такое. Вот здесь. Вышка эта еще лучше, чем, наверное, чем массадные орудия. Она очень быстро уничтожает здание. Смотрите, даже по крепости неплохой урон наносит. Ну, код сдается, и на этом наш поединок окончен. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Мне понравилось, было интересно. Вот. Встретимся в следующих роликах. До встречи.